И как сегодня стало известно, место председателя комитета по туризму покидает Елена Перескокова. Она заняла эту должность летом 2017 года, сменив на посту Наталью Май. Информацию об уходе Перескоковой подтвердили в самом комитете. 2 ноября станет для нее последним рабочим днем в качестве начальника этой структуры. Сейчас Перескоковой на рабочем месте тоже нет. Она находится в отпуске.